Всем привет, с вами Вапа. Как бы неожиданно это не звучало, но это так. Этот ролик будет очень короткий, поэтому я не писала сценарий. Вообще-то довольно спонтанное решение, чтобы его снять. Знаете, я записывала когда-то видео, что уйду с канала. Что, собственно, и произошло. Видео были очень давно, безумно давно, не спорю. Сначала я пропала, потом снова появилась, и затишье. Снова затишье. На данный момент у меня тоже очень много вопросов. Не знаю, как долго это продлится, но ко мне снова вернулось желание. Знаете, я очень сильно соскучилась по видео, очень сильно. По разговорным, по каким-то концепциям, по фильмам и так далее. Знаете, за момент моего отсутствия много что произошло у меня в личной жизни. Я очень благодарна тем, кто на самом деле остался на этом канале. Надеюсь, я порадую тех, кто меня ждет. Я пока еще не знаю, какого формата будет канал, но, скорее всего, смешанный, как и был всегда. Знаете, ребят, я очень сильно по вам соскучилась, очень сильно соскучилась по съемке видео. Очень сильно, правда. Не могу с точностью сказать, какое видео будет следующим, анонсировать что-то. Просто скажу, что я вернулась, у меня есть желание. Вот так. Наверное, в следующем видео хочу сделать рубрику «Вопрос-ответ». Поэтому жду ваши вопросики в комментариях. Большое спасибо за внимание, спасибо, что оставались, ждали, если кто-то вообще ждал. Извините, что пропало, но так было нужно. В конце ролика могу только сказать, что не бойтесь делать что-то новое, не бойтесь уходить, даже если это ваше хобби, даже если вы теряете интерес. Только после того, как вы уйдете, вы действительно поймете, что это для вас очень ценно, и что вы поэтому соскучились. Делайте, что хотите, творите, мечтайте. И удачи!